Девчонки, девчонки, где ваши мальчонки? На корпоратив идете? Идем. Конечно. Конечно, быстро закончим. Кстати, они же начали там. Да? Сейчас, чтобы подкрасить. Приготовились, мотор на запись. Работаем. Я Лариса Гузеева. Это Лариса. Давай поженимся. Добрый вечер. Она сегодня точка. У нас какую точку? А жених у нас Игорь. Никогда, никогда. Начали встречаться, гулять. А до того момента, пока... Ну, пока ее она... Вон, да, она уехала на контракт. Я уеду жить в Лондон. Да. Мне Москва будет цениться. В общем, она начала там с англичанами общаться. Мне это не нравилось. У меня есть формула. На какой женщине должен жениться мужчина? Конечно, вы должны любить женщину, с которой вы решите пройти всю жизнь. Но самое главное, это должна быть та женщина, которая сделает ваших детей лучше вас. Здравствуйте, Олечка. Здравствуйте. Ну что, показывайте сюрприз. Ты обалдела, что она еще историю не рассказала. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. Сюрприз, испекла торт. Молодец. Сама. Да. Будете делать, наверное, на оливье. Да. Делайте и рассказывайте, кто бросил. На самом деле бросила я, потому что мужчина абсолютно не хотел ничем заниматься в жизни. А в короне вы так разрешите ходить? Обязательно. По дому. Буду дарить корону. Дарить будете? Конечно. Хорошо. Здрасте. Антон, так-с. Скажи, пожалуйста, столько еды вот у нас здесь сейчас всякой. Я, например, ем, знаю, что вредно. У нас на контрольной закупке еды больше. Хочется, знаете, чтобы вот... Слово «дорогое» было вот не с продуктом связано, а чтобы нас окружали дорогие люди. Это гораздо важнее, чем даже качественная колбаса и вкусные мандарины. Ну что, дорогой мой, идите знакомьтесь со второй невестой. Ларис, ты чё? Пардон. А я вот хотела добавить тут по поводу невесты. Не надо. Хотя, может, по ходу дела как-то уже и... А давно с ней живете, с женой? Да, 8-й год уж. Восьмой год. Тогда не знакомьтесь со второй невестой, не да? надо. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты так. До-до-до, Силя, Сольфа, Ми, да. Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый не списив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Я так хотела прекрасных в жизни перемен. Не знаю я, кто вы, но ведь недаром коснулись оба этих стен. Любовь, семья, счастливый остров. Куда стремятся? Короче, так. Добрый вечер, меня зовут Юлия. И мелко-мелко режете вот эту колбаску. Какая моя история? История, кстати, история. Да, моя история. Можно, пожалуйста, о ней поговорить? Мы успеем потереть ручки, но я думаю, мы не для этого собрались здесь, да? Я-то собирался Ларису увезти на корпоратив. Я иду. Почему говорят, что я... Хуже всех ведущих одеваются. Завистливые говорят. Нет, честно, говорят, можно я скажу, что хуже, чем если я, бы не была одевается плохая. Больше никто. Вот друзья, я вам покажу. Друзья, давайте остановимся. Хорошо. Знаете, что есть мы с я Игорем, понимаю, друзья. Александр Васильевич, друзья, я понимаю, так, что стоп, я набрала. Стоп. Что происходит? Я просто показываю. Говорят, что хуже меня. Вот ну просто никто не одевается. Не, ну вы такой худорбейкин. Если бы была плохая, не была бы на Первом канале. Во-первых, мы все на диете. Они болтают, даже не хотят нас слушать. Ну ладно. Наше выступление или их выступление? Так, я сейчас невесту выгоню. Секси. Давай. Секси, моя девочка. Сашечка. Да. Уже красиво. А вы мне в прошлом году обещали прийти в качестве жениха. Да я приду. А вам-то кого искать? Как? Мне искать. Богатую, возрастную. А он был особенный какой-то? Ну, он для меня до сих пор особенный. Старше вас? На сколько? На 3 года. Ну, это вообще ни о чем. А вместе съехались когда? Ну, да фактически сразу. То есть в 13 лет я его увидела. 7 лет перерыва, потому что на тот момент я и думать ни о чем не могла в силу каких-то возрастных, да, порогов определенных.
А потом жизнь снова нас свела. И сводила неоднократно, то на улице, то еще где-то. Он был плохой мальчик. Наркоман. А откуда у него туберкулез? Он сидел? А мы можем эти моменты не озвучивать? Почему? А сколько хочешь сказать, почему? Потому что любишь его до сих пор, честно. Я считаю, что это нечестно по отношению к человеку. Почему нечестно-то? Как вы бежать? Считаете, может извиниться человек? Никогда в жизни! Настя, послушайте меня. Я не вы красивая. Почему? Потому что надеетесь, что он еще в очередной раз придет погладить по головке? Я не хочу показывать на все осмотрения, все обозрения, такие подробности в своей жизни. Вернетесь к нему? Да, я с подругой поговорю. Настя, если он ее позовет, вернется к нему? Вернется, да? Какой ужас. А потом вместе мы все соберемся и будем на похоронах говорить: «Царство небесное Настике, в расцвете лет такая красавица была! Бабуль, куда вы не доглядели? Ну вы ладно, а я со своим опытом, думаете, себе буду по головке гладить? Настя, да я себе этого не прощу, да я тебе за руку возьму и запру у себя дома, к батарее прикую». А к нему не пущу никогда в жизни. Потому что они упыри. Упыри. Это их проблема. Вот что делать с девчонками? Какие на них повесить гири? Приводи ее сюда, скажи, что это все вырежено. Сейчас она поняла, что ты не хочешь озвучить. Сейчас успокойся, пока подай. Ты можешь просто успокоиться, Настя, успокойся. У нас что-то для тебя. Да, все. Она просто выслала свою. Успокойся. Все, успокойся. Грим, позови. Подожди, успокойся. Я буду, не хочу все. И даже мне-то ничего не сделать. Она только и думает о нем. Я не знаю, что это такое. Понимаешь, а потом, да, Татьяна Модестовна, а потом вы говорите, судьба такая. Да. Какая судьба? Да. Сегодня есть возможность его близко к ней не подпускать. Да. Сегодня есть такая возможность. Она даже сейчас боится и думает, вдруг увидит. Да. А может быть, он ее еще встретит, а может, еще по головке погладит. И будет рядом с ней. А потом все руками разводят и говорят, упустили девку. А могли ведь еще? Могли. Да я-то не знала даже. Они же учились в одной школе, в Тучково. Маленькие были. И вдруг он пришел. Угу. Она жила одна, я к ней ходила часто. Ну, конечно. Потому что ни мамки, ни папки, а хочется же молодого. Да, что с бабки-то взять? Да. Одни нравоучения, зу-зу-зу от вас. А толку нуль. Где она? Давайте, девчонки, без вас разберемся. Пошли, моя девочка. Пойдем. Ко мне поедешь ночевать? Возьми. Боять стакан возьмите. Должна. Никуда тебя не отпущу. Я потом себе не прощу никогда в жизни. Да я тебе на ноги гирю повешу, чтобы ты не пошла. А если бы, не дай бог, с моей девочкой такое случилось, а кто-то бы знал, кто-то бы позволил бы, не дай бог, да я бы прокляла этого человека. С ума, что ли, сошла? Я тебе говорю, я тебе не дам в обиду. И я тебя не отпущу. Поедешь ко мне. Красавица, я понимаю, ну бы была бы какая-то страшная, жирная бы. Смотри, глупая. Ладно, и вы, Модестовна, сиди уже, сама как-нибудь. Моя курочка. Вот как они могут, а? Представляешь, вот у тебя невеста, и дочка вообще... на выдох. Вот, я говорю, не приведи бог. А еще если ты будешь знать, что кто-то знал и молчал, не проклянешь? Садись, моя рыбочка, садись. Татьяна, расскажите мне, пожалуйста, у вас есть квартира, вот ваша собственная? Есть. А вы можете ее, например, вот как-то поменять, чтобы у Насти была своя собственная, вот какая-то, вот чтобы ей не нужно было никому? Ну, я доверяла. Я сначала сделала такой тактический ход. Я первый раз в жизни, каюсь вообще до сих пор, но первый раз в жизни я залезла в телефон. Какая глупость. Нужно это делать регулярно, просто постоянно. Ну, конечно, нужно проверять все. Я как-то считала, что такое поведение не для меня точно. Но я залезла в телефон, кое-что, конечно же, там нашла пару переписок. Сказали ему об этом? Да, когда в тот же день, когда я это все прочитала, я просто сделала так, что я уже точно знаю по факту. И он уже не мог отвертеться и, естественно, признал. Любил меня,
Очень любил. Я не Может быть, ему было просто удобно. Такая красавица, живет отдельно, платить за квартиру не нужно. Иногда даже уезжает на гастроли, и у него есть свобода встречаться с другими женщинами. Знаете, может быть, просто было удобно? Возможно, было удобно, да, соглашусь, наверное. И он мне сказал однажды, что говорит, ты знаешь, любимая, я не хочу строить нашу семью с тобой в какой-то съемной квартире. Нам нужна наша квартира, поскольку он не мог меня привести к себе, где он живет, он живет с папой. Лучше девятикомнатная или трехэтажный дом, ну, потому что так откладывать женитьбу можно до бесконечности. И вот эта кормежка обещаниями долго была? Ну, вот эти все полтора года она и длилась. Знаете, хотелось бы, чтобы мужчина, вот как я уже озвучила, был заботливый в первую очередь. Мне очень важно, чтобы мужчина, с мужчиной было интересно, чтобы он мог что-то мне рассказать, чему-то научить, чего я не знаю. Хорошо, Яночка, а можно я с вами поделюсь, как взрослая женщина? Конечно. Вот эти девчачьи мечты по поводу заботы, некогда заботиться, вы взрослая тетя, сами о себе позаботитесь, понимаете? Жизнь тяжелая, нужно выживать хором. И дети должны помогать, и родители, все должны быть вместе. А в браке, ну вы же не инвалид первой группы, прошу о вас заботиться. Мне хотелось бы, чтобы у него был стержень, чтобы это был действительно мужчина, не парень. Если раньше я приоритет парня отдавал. А вы как мужчину от парня отличаете? Хороший вопрос. Ну, наверное, это уже мужчина постарше, то есть это вот, чтобы ему было 30-35. Потому что до этого понимаете, вот был... сегодня девчонки уже говорят, вот только хотя бы сам себя пусть обеспечивает, чтобы не на моей шее. Уже счастье! Понимаете?